Всем привет! Рассмотрим пример реальной торговой сделки по валютной паре доллар США – канадский доллар. Соотношение риск-прибыли в этой сделке было 1 к 5. Это очень-очень хорошее соотношение. Как вы видите, цена пробила и зафиксировалась над технически сильной зоной сопротивления. Эта зона отмечена желтой областью. Когда был повторный тест этой зоны, соответственно, была открыта сделка на покупку. Сейчас мы перейдем к реальному ценовому графику, ну и собственно поговорим уже более детально непосредственно о самой сделке. Здесь вы видите отмечена также желтым цветом данная зона. Когда цена вернется в нее, будем открывать сделку на покупку. Стоп-лосс я поставлю буквально на 25-30 пунктов ниже, take profit на 5 пунктов ниже технически сильного уровня сопротивления 1.2700. Видите, что и в истории ранее он также уже встречался. Соответственно, дожидаемся, когда цена дойдет до желтой области. Если будет проторговка 2-3 часа, тогда будем открывать сделку на покупку. Перемотали ценовой график, да, дождались момента открытия сделки. Ну и собственно вы видите, что сделка buy объемом в 0.1 лот уже открыта. Расстояние до стоп-лосс получается чуть больше 27 пунктов. Расстояние до take profit, сейчас я замерю, получается порядка 135 пунктов. Еще раз напоминаю, что стоп-лосс поставил на 5 пунктов ниже психологического уровня 1.2700. Теперь же ждем, или цена дойдет до стоп-лосса, или же цена дойдет до тейк-профита. Конечно, хотелось бы, чтобы цена дошла до тейк-профита. Если будет рост и обновится максимум, соответственно, сразу же перемещаем стоп-лосс выше уровня. Вот этот вот максимум. Перематываем график, ну и собственно видим, что максимум был обновлен. Соответственно, я сразу же переместил защитный ордер стоп-лосс чуть выше открытия сделки. Я говорю об этом вот максимуме. Это очень-очень важный момент. Теперь или цена докатится до стоп-лосса и мы уже не получим убыток, или же до тейк-профита. Давайте подождем. Как мы видим, все замечательно. Цена дошла до уровня 1.2700. Наш тейк-профит сработал. В целом цена, конечно, может продолжить рост, нас это пока что не особо интересует, но, конечно же, если зафиксируется выше 1.2700 и будет выше этого уровня проторговка, тогда будем говорить о последующих покупках. Подытожим. Открывали сделку одну объемом 0.1 лот. Стоп-лосс у нас был 27 пунктов, ну или приблизительно 21 долларов. Тейк-профит у нас был на расстоянии 135 пунктов. Или же 104 пункта. Соотношение риск-прибыли приблизительно 1 к 5. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, с радостью отвечу в комментариях.